Дорожные работы по улице Нагуляна начались на прошлой неделе. Не больше месяца рабочим потребуется, чтобы заасфальтировать дорогу протяженностью 3 километра 740 метров. На данный момент уже большая часть отремонтирована. Дорога будет общей площадью приблизительно 19 тысяч квадратных метров. Работа завершатся приблизительно дней через 5-6 по графику. Ремонт дороги для жителей Нижнешиловского сельского округа – большой подарок. Ведь ранее добираться до домов и участков по улице Нагуляна было крайне сложно, рассказывает Сурен Косян. Но сейчас появилась другая забота. Не успели дорогу выровнять, как местные лихачи приспособились к ночным заездам. Мы давно ждали эту дорогу. Как сделают, будем очень довольны, вздохнем, что будет у нас нормальная дорога. Только одна просьба. Администрация, на первую очередь, чтобы были у нас полицейские, хотя бы вот, нет. Большие полицейские, чтобы не летали, а то тут ночью вот стою, я здесь ночью живу, вот там летают просто 100 километров здесь, 120 километров, куда летать. Установить лежащих полицейских несложно. Для этого жителям нужно собрать подписи и направить заявление в местную администрацию. Затем на улицу приедет комиссия по безопасности дорожного движения. Она и направит запрос дорожникам для установки элемента принудительного снижения скорости. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.